Теперь вы оказались в пещере, и вам нужно выбрать одну из цифр. Ой, после чего рандом... Это же просто рандом. Блин, это так обидно. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Фыф-фыф. И это кто первый заберется на Эверест, получит 15 тысяч рублей. Майнкрафт челленджи. Короче, челленджи, приколы и почти мистер Бист. Погнали смотреть. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Фыф-фыф. Сегодня я позвал чуть больше 100 рандомных игроков на я сервер, люблю всякие чтобы штуки, они поэтому будет интересно. Эверест в Майнкрафте. Но это что, он не ап? Просто. Ведь для того, чтобы его покорить, им нужно будет идти по длинной полосе препятствий с различными испытаниями. И кто первый заберется на самый верх горы, получит приз, а именно 15 тысяч рублей. Приятного просмотра. Но кто кушает, приятного аппетита. Спасибо большое. Итак, игроки уже находятся на сервере. Всего на сервер у нас зашло 127 игроков, и в принципе мы можем начинать нашу экспедицию на Эверест. Игроки знают абсолютно все правила, и они знают прекрасно, что если они упадут с этой полосы препятствий, то они тогда выбывают, и у них есть только одна жизнь. Так, ребята, всё, с одной попыткой вообще по кайфу. Я бы на самом начале бы упал бы где-то. Я вообще в паркур Майнкрафте это... Вообще не мое. Давайте начинать. Поехали. Все. Экспедиция началась. Доберитесь до вершины горы первыми. Если что, ребята, не торопитесь. Кстати, кто помнит, когда мы смотрели видос Альфёдова, я сказал, что типа хочу поиграть в Майнколонист или Миллионер. И в итоге Майнколонист с ребятами уже играю. Блин, классный мод. Для меня это открыло Майнкрафт по-новому, реально. Я будто бы заново Майнкрафт изучаю. Короче, мне понравилось. Еще играем. Потому что иногда вам нужны будут подсказки, я буду вам рассказывать, что именно вас будет ждать впереди. Изначально вам нужно забраться на эту огромную полосу препятствий. В принципе, тут ничего такого сложного нет. Игроки побежали. Итак, все, здесь, ребята, будьте уже осторожны, потому что если вы упадете вниз, напоминаю, вы тогда выбываете. Вам нужно забраться на эту гору по вот этой огромной полосе препятствий. Так, ну тут первое испытание, оно на самом деле несложное. Я бы даже это не назвал испытанием. Просто вот такой вот мостик, в нем есть небольшие такие проблемы, так скажем. Ну, состарился мост. Что еще можно про него сказать? И сейчас не торопитесь, потому что впереди вас будет ждать вот такой вот голодный монстрик. Если он щелкнет вас, то тогда вы выбываете. Прикольно, будьте прикольно осторожны, сделано. Будьте аккуратны. Первые игроки уже начали все проходить. Хорошо, отлично. Пока что никто не упал и никто не выбыл. Молодцы, минус уже один игрок я увидел прямо при мне это все произошло. Некоторые уже начинают проходить движущиеся вот эти вот стены. Ну, слушайте, пока что у нас только я заметил минус два игрока. Большинство справляется и сразу очень много игроков у нас все-таки выбыло. Я, видать, даже не заметил. Походу, щелкнуло их все-таки. Как они падали. Ребят, дальше будет попроще. Сфоткало. Дальше будет попроще. Самое главное, это сейчас пройдите вот этот вот паркур. Там игроки аккуратненько тоже все проходят. Здесь у нас все справляются. Все нормально, все хорошо. Ребята, молодцы, молодцы. Можете пока что ознакомиться с этой табличкой. Тут написано, внимание, будьте внимательнее, работает светофор. Что за светофор, я объясню. И здесь все, вроде как последний игрок у нас сейчас. А, наверное, типа нельзя будет наступать на какие-то определенные блоки. Или будут появляться определенные блоки, когда будет там зеленый. Красный, или нельзя ходить. Короче, непонятно. Вот но интересно. Дело проходит. Отлично. Все, супер. Погадать. Дальше вас будет ждать светофор. И как только он загорается красным светом, пропадает просто. Итак, все. Я открываю я понял, забор. Прикольно. Аккуратно. Внимательно смотрите на светофор. Вот он вдали, вы его видите. Внимательно на него смотрите. Не падайте вниз. Зеленый свет загорелся. Игроки начали уже свой путь. И давайте за этим всем делом смотреть. Минус один. Все, он упал. К сожалению, он уже не выживет. За ним летают призраки, которые охраняют эту гору. И ребята знают прекрасно. Ясно, что если они падают вниз, то они выбывают. Первые игроки, которые справились с этой задачей, у нас есть. Нет, ну, не здесь, сейчас еще. Упали вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мужик, это майнкрафтовский дождь. Так много игроков у нас было изначально, и посмотрите, здесь в самом конце. Он в самом конце. Вот это самое обидное вообще. Игрок не успел все пройти, это просто жесть. Самое главное, это поймать правильный тайминг. Как только загорается зеленый, сразу нужно все проходить, потому что сейчас вот будет желтый цвет, и не успевает два игрока это все дело тоже пройти. Итак, здесь у нас... Все пройдено. Ой, кто-то упал в самый последний момент. Минус два игрока у нас уже сейчас только что произошло. И слушайте, их осталось не так много. Если мы с вами зайдем вот здесь вот на контрольную точку, игроков осталось реально мало. Последних два игрока очень на данном паркуре, ребята. Давайте, я в вас верю. Кто-то прошел и упал, реально упал вниз. Именно поэтому я и говорю, что нужно быть осторожным максимально. Просто, все, нас... просто случайно нажал кнопочку W и Shift не зажал. Остался все, самый блин. Последний игрок. Ждем, пока он сейчас это все дело пройдет. Есть, все. Фух, ребята, поздравляю вас. Пожалуйста, проходите теперь вот сюда. Вот смотрите, так как многие не справились изначально с этим паркуром, смотрите, вы уже прошли. Все, вы можете отдыхать. Сейчас на сервер добавится рандомное количество игроков. То есть сейчас появится второй шанс у тех, кто уже выбыл. Тем,
кому сейчас повезет в рандоме, те смогут зайти сейчас еще раз и попытать свою удачу и пройти паркур. А вы просто можете стоять здесь и ждать. Отдыхайте, можете пока что ознакомиться с этой табличкой. Здесь написано: осторожно, мост на ремонте, сверните налево. Итак, многие на самом деле игроки решили вернуться и воспользоваться вторым шансом. Поэтому, ребята, я желаю вам удачи. Давайте, ваши... второй шанс таки дали. Ну, потому что слишком мало игроков осталось. Я началась, понимаю, уже во второй раз. Проходите, пожалуйста, проходите. Очень многие игроки зашли. А если мы посмотрим, то на сервере у нас сейчас 101 игрок. Ребята, больше шансов никаких не будет. Вам просто нужно пройти паркур. А остальные ребята, которые уже все прошли, они просто могут понаблюдать и посмотреть, как сейчас к ним придет, так скажем, пополнение из туристов. И сразу скажу, если что, светофоры немножечко вам упростили, потому что многие попадали именно на них. Здесь у нас вроде как никого не... Иди сюда. Фир? Это ты что тут делаешь? Я вообще-то видео с игроками снимаю. Что это такое? Ты что тут забыл? Тут холодно. Выживает. Я понимаю. Выживать. Скучно вообще. На испытания не позвал меня. Что мне делать? Телефон есть? Присутствует. Тогда я могу посоветовать тебе игру. Ой, ну это автор покушает. Ну это одобряемо. Вот это автор. Автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но у Майнишоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Здесь у нас тоже сейчас Стив прям уверенно максимально идет, не останавливается. Ты куда спешишь? Второй шанс выпал. Куда ты его так? Ой, не, слушайте, ладно. Он уверен в себе на все 100%. Итак, в этот раз на светофоре, ну слушайте, многие на самом деле игроки сейчас выбыли, но и многие наконец-то справились и прошли это все дело. И много игроков у нас здесь осталось. Хорошо. Пока что справляетесь, ребята, отлично. Самое главное, смотрите на вот этот светофор. Паркур чуть-чуть был упрощен. Слушайте, на самом деле хорошо, что мы дали всем игрокам второй шанс. То есть, кто все захотел, упал. Тот зашел и воспользовался этим успел. Вторым шансом. Действительно, очень много игроков изначально не справилось еще. И не прошло это испытание. Куда он мне рукой машет? Зачем он мне машет рукой? Тут светофор моргает во все стороны. А он стоит ручками своей машет. Привет. Осталось у нас последних два человека. И давайте прямо сейчас посмотрим, справятся они или нет. И ничего сложного здесь, в принципе, для них уже нет. Все, ребята, молодцы. Но вот это, другое дело. Давайте прямо сейчас посмотрим, сколько вас на сервере. 80 игроков на сервере. Ну, нормально. Все, супер. Поздравляю вас, ребята. Дальше, как вы видите, здесь есть надпись, что осторожно, мост на ремонте, сверните налево. Налево вы пока что свернуть не можете. Для того, чтобы вы свернули налево, мне нужно вам проложить путь. Но путь на самом деле не очень простой будет. Он будет в виде вот такой вот прекрасной лестницы. Подождите, только не прыгайте. Это будет идти примерно вот так. Я даже сделаю чуть-чуть попроще. Вот, пожалуйста, отремонтировал. Можете проходить. Тут на самом деле ничего сложного нет. Я думаю, что большинство из вас справится и это все дело пройдет. Но сломался мост. Что я могу поделать? Приходится игрокам теперь вот такими вот огородами забираться на вот этот вот Эверест. Не видно ни конца, ни края этой горе. Там еще столько идти вперед. Давайте с вами сейчас смотреть. Тут все справляются, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, Максим, каким образом ты упал вниз, Максим? Ну, к сожалению, все, да, Максим принял поражение, так скажем, и отправился в мир спектаторов. Последние два игрока у нас остались. Гордо. Первый сейчас прошел, хорошо, и последний в костюме жабки, прыжок, прошел. Все, супер, хорошо. Получается, у нас только минус один игрок, все остальные справились и прошли. Теперь вы оказались в пещере, и вам нужно выбрать одну из цифр. Ой, после чего, рандом... Это же просто рандом, блин, это так обидно. На рандоме всегда обиднее всего проиграть. Мне кажется, хотя не знаю, потом мне, наверное, все-таки на рандоме было бы даже обиднее проиграть, потому что все испытания прошел на скиллухе чисто бам-бам, а потом просто стал не на ту кнопочку. Умным образом на одну клеточку. Из площадок сверху упадут капельники. В общем, давайте, ребята, выбирайте одну цифру из трех. Становитесь, пожалуйста, на цифру. Нажимаю на кнопку. Выбор случайной плиты. Если что, это все с помощью рандома, ребята. Это. Ой, все. Все, проходим, друзья, дальше. Пока, проходим, ребята. Не стесняемся, можете начинать проходить. Блин, FFF такой добрый, он специально скрыл экран, чтобы мы видели, что... Не видели этого ужаса, там, произошел просто кровавое месиво. Если что, эти ворота, проходите, пожалуйста, все, проходите. Далее вас ждет пещера с ловушками, поэтому советую смотреть под ноги. Я вижу, что игроки тут уже прошли и ждут, пока я открою следующий путь. Фух, вот это, конечно, экспедиция. Но, тем не менее, мы можем сейчас с вами наблюдать, что никто не умер ни от каких зельев. Насколько я понимаю, тут игроки решили забираться прямо на шифте, прям осторожно, аккуратно, оглядываются, не хотят наступать на эти плиты, и это правильное решение. Потому что, если мы с вами обратим внимание, что у этого игрока, у которого скин мопса, у него всего лишь 30% хп. Если он хотя бы один раз наступит на плиту, скорее всего, тогда он выбывает. Но, тем не менее,
не менее, мы видим, что все справились и все, они все прошли. После пещеры рекомендую все так же смотреть под ноги, потому что впереди вас ждет мост с небольшими ямками. По сути, тут нужно просто аккуратненько побольше пройти, постараться не упасть. Ну, тут довольно легкий паркур, окей. Пока тут прям сложных элементов паркура не было. Никто не падает, это хорошо. Слушайте, прям ноги на самом деле справляются. Это очень хорошие новости, я рад. Чем больше игроков пройдет, тем больше у нас будет финалистов, а это только плюс. И я напомню, что победитель будет только один, и он получит приз в размере 15 000 рублей. Поэтому давайте с вами наблюдать. Здесь у нас... Да-да-да, вижу. Молодцы, молодцы, молодцы. Если что, можете ознакомиться с надписями, которые здесь расположены. Мы пока что с вами давайте посмотрим. Прям при мне только что минус один игрок, к сожалению, упал вниз. И... Нет! Он был там, и он не стал. Последний остался здесь у нас, получается, игрок со скином Харька. И мне кажется, он все пройдет довольно-таки легко, потому что тут осталось совсем чуть-чуть, и пока я говорил, все, минус еще один. Походу, многие игроки, которые решили забраться на Эверест, не проходили тренировку, потому что, ну, упали, к сожалению, вниз с этого мостика. Итак, все, хорошо, в любом случае, большинство прошло, я вас поздравляю. Здесь вы можете наблюдать такую надпись «Осторожно, возможны осадки в виде динамита». Типичные и, слушайте, осадки. Не зря они тут написаны, потому что, действительно, впереди вас ждет 6 пушек, которые запускают динамит. И если он попадет прямо в вас, то вы выбываете. Мы видим, что большинство игроков пробегает, их никак это все дело не касается. Они стараются бежать как можно быстрее. Некоторые идут вправо, некоторые влево. Кого-то отталкивает вообще с этого мостика. Но тем не менее, насколько я наблюдаю, все вроде как справились и все вроде как прошли. Здесь у нас сейчас там игроки справляются такие, не хочу. Хорошо. Проходят прямо возле него. Динамит упал. Ой, ему сейчас так повезло, так повезло. Последние два игрока что, у нас кто-то выбыл? Бегут как можно быстрее, и вроде как, кстати, если я не ошибаюсь, справляются и проходят все-таки эти пушки. Фух, хорошо, хорошо, и хорошо. Вот, кстати, поздравляю вас, ребята, с прохождением такого нелегкого испытания. Многие из вас на самом деле остались, и если честно, я хочу взять у кого-то одного из вас интервью. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как ощущения? Вообще прикольно, можно анекдот рассказать? Какие анекдоты? Ты на Эверест забираешь? Можно анекдот рассказать? Какие анекдоты? Пожалуйста. Давай. В семье пуговиц трагедия, батю пришел. До свидания, спасибо большое. Надеюсь, этот анекдот поможет тебе в прохождении Эвереста. Дальше я снова хочу посоветовать вам смотреть под ноги, потому что тут вас будет ждать поле с небольшими приколами. Мины? И не наступайте, не стоит проверять. Просто аккуратненько проходите, спокойненько, не спеша. О нет, игроки меня не слушают, игроки просто бегут вперед. Слушайте, на самом деле это все может не очень хорошо для них закончиться, но мы видим, что тем не менее большинство справляется и проходит вот это вот небольшое, я хочу бабаху. Ни один игрок пока что не наступил. Слушайте, все прям будут максимально осторожно, максимально честь аккуратно. Зрелище. Некоторые прям очень быстро проходят. Интересно, интересно, интересно. Я, если честно, ожидал другого. Я думал, тут игроки просто будут бежать, сломя голову, но нет. Большинство действительно передвигается на шифте, передвигается аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот про это я и говорил. Вы видели, что сейчас произошло, это кошмар. Где-то еще один игрок сейчас отправился в спектакль. Все, больше, пожалуйста, не умирайте, ребята, все нормально. Если честно, не очень понимаю, где это произошло, но... Ладно, будем тогда с вами сейчас вот так вот следить. И, возможно, нам стоит дать ограничения по времени игрокам. Ребята, если что, устанавливаю таймер на 2 минуты, поэтому желаю вам удачи. Привет, Сири, установи таймер на 2 минуты, срочно. 2 минуты отсчет пошел. 2 минуты отсчет. Мужской Сири, я уже я вообще не привык слышать мужского Сири. Обычно все ставят женщину. Пошел, дамы и господа, поэтому советую вам немножечко поторопиться, потому что если вы не дойдете за 2 минуты до вот этой вот контрольной точки, то тогда вы выбываете. У вас, если что, осталось еще 1 минута и 36 секунд. Так, здесь. Прошел, хорошо, прям при мне только сказал, прошел, как игрок сразу наступил. Ребята, у вас осталось 54 секунды, 54 секунды для прохождения данного поля, поэтому Боже, советую чуть-чуть вам здесь поторопиться. Вам нужно реально поторопиться. Давай, 47 секунд уже осталось, взрывам. Время тикает, часики тикают. Я понимаю просто, что им максимально страшно, но, ребята, 33 секунды, поторопитесь. 20 секунд осталось, не так много времени. Здесь у нас игроки, я думаю, что уже пройдут за 20 секунд это все дело. А точнее, уже не за 20, 13 секунд, ребята, 13 секунд. Секунд. 10, спидрань. 9, 8, успеет. 7, 6, 5, 4, не, не 3, 2, 1. Таймер. Все, 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 все. Стоп, 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 стоп. Есть. Все справились. Ладно, все прошли. Дал, прям дал самое... время. Хорошо, это хорошо. Секунды. Это была победа. Молодцы. Реально там. Следующее испытание. Полметра это осталось. Лабиринт, на прохождение которого у вас будет 7 минут. После чего его полностью засыпет блоками. Итак, все, можете проходить. Быстрее, быстрее, ребята, проходите. Не тормозите, потому что таймер вот-вот пойдет. Вот-вот начнется отчет. Все, у вас есть 7 минут, чтобы выбраться. Заходите в эту пещеру. Если вы не успеете пройти этот лабиринт, то тогда, лабиринт. К сожалению,
как я же ненавижу лабиринты. Засыпет блоками, поэтому поторопитесь и постарайтесь все пройти максимально быстро. Желаю вам удачи. Большинство игроков в принципе справляется. Мы видим, что пещера чувствует вибрацию. Осталось у игроков 6 минут. Но слушайте, я думаю, что да, все. Здесь есть игроки, которые уже все в принципе прошли. Отлично, хорошо. И большинство, кстати, смотрите, как много игроков у нас с этим справилось. Слушайте, вообще отлично. Молодцы, молодцы, молодцы. Многие находят в принципе правильный путь. Хотя подождите, тут внизу у нас очень интересный моментик. Ведь игроки сейчас зашли в тупик. И им теперь нужно искать другой путь. Пока еще время есть. Один из игроков поднимается сюда. Слишком много игроков в пещере, осталось 5 минут. И здесь есть вот такой вот... Я без понятия, что это такое? Что это? Не сюда, точно не сюда. Я не знаю, как это даже назвать. Можете написать в комментариях, как бы вы назвали данную композицию. Ну, мышь танцует вокруг прыгающей свиньи. Похоже на мышь. Микки Три Маус. Минуты у них всего лишь осталось. Большинство в любом случае справилось и прошло. Но я вижу, что здесь два игрока до сих пор в тупике. В чате мы видим, что пещера пошатывается. Осталось у игроков всего лишь 3 минуты. Здесь сейчас мы наблюдаем, что многие на правильном пути. Он прямо показывает другим, зовет их и показывает. Смотрите, он просто зовет всех, кого видит. Здесь тоже выходят. Хорошо, бегут. Он им ручкой машет, говорит, что ребята, за мной, сюда проходите. Отлично, тут главное перепрыгнуть. У игроков осталась 1 минута. Пещера вот-вот обрушится. Капец, какой благородный. Куда он идет? Куда идет этот игрок? Он вообще в другую сторону развернулся. Все, сентименту капец. Смотрите на его глаза. Он перепуган. Он в тупике. У него осталось 30 секунд. Пещера почти обрушилась. Ему нужно поторопиться. Ему просто нужно выбрать правильный путь. Так, увидел стрелочки. Быстрее. Все, он на правильном пути. Еще чуть-чуть. Совсем немножко осталось. Он свернул направо. Все. Осталось прям совсем чуть-чуть. Капелька, он упал вниз. Все. Нет. Как он упал вниз? Пещера обрушается. Все. К сожалению, этот игрок выбывает. Пресет это молодому. Было очень жестко. Если что, полностью эта гора уже все, она обрушилась, все. Обратно сюда вернуться нельзя. В любом случае, я желаю вам удачи, потому что бедняк. Дальше вам нужно пройти то, что вы уже, в принципе, бедняк. Проходили. Бедный, не бедняк. Ну и бедняк, 15 тысяч рублей не выиграл. Ой. Ничего сложного. Смотрите под ноги, идите аккуратно, не торопитесь. И, кстати, вас осталось довольно-таки много, потому что финал уже близок. Вот-вот, если что, вон там вот находится уже верхушка этого Эвереста. В принципе, здесь немножечко есть усложнение в виде вот такого вот паркурчика, но я думаю, что большинство игроков, ну, в принципе, все, мне кажется, с этим справятся, потому что раз они дошли уже до сюда, им осталось, если честно, совсем чуть-чуть. Просто посмотрите, сколько игроки уже прошли. Ладно, в любом случае, здесь они пока что справляются, вроде как все проходят. Итак, последние прыжки, еще чуть-чуть. И все получается. Все игроки все прошли. Ребята, я вас поздравляю. Финиш. Слушайте, а сколько вас осталось? Финиш осталось 34 игрока. Хотя подождите, 5 админов, то есть у вас 29. И всех вас ждет следующее испытание, а именно батуты, которые вам нужно просто-напросто пропрыгать. Первые игроки уже пошли прыгать по этим батутам, справляются совсем на ура. Жесть, они забавно. Кстати, один у нас прямо только что вниз упал. Еще один. У нас тоже вниз упал. Подождите, все не так просто. Все не так просто, но в любом случае это выглядит забавно. То, как они прыгают, и минус еще один игрок. Большинство игроков вроде как справляется и проходит, хотя мы видим, что кто-то, конечно, все-таки выбывает. И здесь уже финальные, так скажем, штрихи. Все. Если что, ребята, не, экспедиция прикольный. Близка к своему Если завершению. Не работает. Она там просто тоже командные блоки, которые подкидывают. Не так много. Вы можете видеть, где-то там уже находится самая-самая верхушка этой горы, а именно этого Эвереста, который у нас здесь находится. Ничего не буду говорить, просто идите дальше. Вы близки для того, чтобы пройти в финал. Если я не ошибаюсь, то у меня в роликах с игроками никогда не было так много финалистов. И если честно, мне страшно представить, что это будет. Мне очень страшно представить, Резня что это деньги. Будет. Так как мы видим, что никто из них не собирается падать вниз. Никто из них не собирается торопиться. А, ну, один все-таки упал. Собирается, но большинство игроков справилось, идут на последнюю финальную контрольную точку. И здесь сейчас будет жаришка. Если что, вы все оказались размучены. Я правильно понимаю? Да. Все хорошо. Надеюсь, вы готовы, ребята, потому что прямо сейчас будет финал. И его правила довольно просты. На счет 3 я открою люк, и как только вы все из него выйдете, включится ПВП, и вы получите палку на отдачу. И кто первый доберется на самую верхушку этой горы, получит приз в размере 15 тысяч рублей. Вы готовы? Нет. Раз, два, три. Поехали! Прямо сейчас все получают палки и начинают уже сталкивать друг друга. Тут верхушка уже совсем рядом. Игроки сталкивают друг друга, не дают шанса даже пройти. Это нормально идет он справа. Я даже без понятия, кто здесь победит. Я вот это в желтом, гляньте, вот в желтом идет. Офте. Они просто сталкивают друг друга вниз. Ничего Турик такого HD. Не происходит. Турик HD. Один из игроков, по-любому. Изи. Легчайся. Турик HD. Если он сейчас встанет на эти золотые блоки, то он побеждает и получает 15 тысяч рублей. Фух.
это жесть. Так, ну что, я поздравляю тебя с победой. Ты тут? Да, здесь. Как ощущения, как эмоции? Было страшно, страшно. Было страшно, хорошо, хорошо. Но в любом случае, ты самый первый. Ну, расскажи, я не знаю, поделись какими-то своими эмоциями. Как-то, что, какая у тебя была тактика в финале? Сталкивал ли ты кого-то, не сталкивал ли ты кого-то? Не знаю, я просто самый первый выбежал. Я человека двух скинул и все. И меня никто не трогал. Так, ну в целом ты доволен? Да, да. Доволен, хорошо, хорошо. Доволен. Все, тогда сейчас 15 кеса золота. Перо. Тебе нужно будет написать, куда тебе отправить твой приз. Но я не знаю, ну у меня, наверное, эмоции больше, чем у тебя. Я без понятия. Ну и вот честно, у меня как будто... Я не верю просто, я не верю. Ты не веришь, что победил? Он еще да. Просто нет... Так, ну все, записывай. Понимание, это бывает. Книжечку и перо, куда тебе отправить твой приз. Все, есть? Давай, давай, давай. Да, все. Заходи, смотри. Давай, давай, давай. Да, пришел, спасибо большое. Все, есть. Поздравляю тебя с победой. Давай. Давай. Ладно, ребята, это у меня забанил. Все, вот получился ролик. Не чтобы больше не побеждал, слева правильно. Слева и справа у вас сейчас появилось два видео, можете выбрать одно из них. Прикольно, и прикольно. Ребята, ссылочка на канал в описании, приходите, подписывайтесь на ФФВ обязательно. Подписывайтесь на мой канал, мне было бы тоже очень приятно. Всем удачки, всем пока.